Морская выдра, друзья. Тут вот так пристроилась и, можно сказать, отдыхает в субботний вечер. Да. А мы с вами в Санта-Крус. Саш, покажи, какая у тебя кепка красивая. Так. У Саши, наклони немножко голову, так мы покажем кепочку. Красивая кепка. Откуда у тебя такая, Саш? Мне Аня из Нью-Йорка привезла. Да, тетя привезла из Нью-Йорка. А мы сейчас пойдем и посмотрим вблизи вот на этих красавцев. Этот, ну, очень большой. Ну, очень. Тут даже не поймешь, где у него вообще что. Ну, вообще там морда у него, да. Сейчас мы зайдем немножко вот отсюда. А это маленький, смотри, какой тут толстый. Да, громадина. Да, да, шишка с мозгами. То есть вот тут. Вот эта шишка у него, это мозги. Да. Это близко, а у этого вот он ближе, но там на этой шишке видно, наоборот, да. Это друзья Саши. Она уже, видите, привыкает общаться с животными. А тут и вовсе такая бебечка. Видите, он маленький. Красавчик такой. Вот. Маленький. А вот это под пирсом, вы видите, как выглядит с воды все это сооружение. И мы тут. Сашенька, какие тебе нравятся, скажи. Так, Свет, покажи, покажи пупсика. Такой ушастый. Такой трогательный, с большими глазками. Да. $14 стоит. Но вот этот у меня есть дома. Вот такой. Вот такой вот. Да. А еще у меня есть дома. Еще вот этот вот. Этот вот. Киска. Киска. Так. А еще вот этот лев. Но почему-то он как-то. Это лев, нет? Да, это девочка, но она ее сделали как-то очень странно она выглядит. У меня дома она гораздо лучше выглядит. А девочка, посмотри, лев. У них у всех. Разное выражение мордашки. Вот они все три, и все три они по-разному смотрят, видишь? Они просто в состоянии сделать одинаково. Да, они все разные. Я думаю, я возьму или панду, или... Ой, корова какая! Смотри, паразёночек! Ай, это так сложно! И куала, смотри. Ой, вот это лисичка, да? Да, лисичка, и жирафик, и зебра. Это осень, что ли? Как, вот здесь прямо. Что здесь, это? Зебра. Это вот это что? Зебра. А жираф на даче лежит маленький жирафик. Я знаю. Ой, смотри, какой жирафик. Да, друзья, очень трудно. Очень трудно выбрать. Сашенька, где твой выбор? Где ты вот между чем и чем выбираешь? Тут так много, я не знаю. Но надо выбрать. Ну вот рыженькую лисичку берем. Нет, это Наташа. Это сестре. Так. А теперь. Значит, лисичку фактически мы с тобой выбрали. Покажи, да, лисичку. Хорошая. Совершенно невозможно, чтобы Саша пришла с одной, с игрушкой, а Наташа бы ничего. Надо сюда брать две. Это как на Востоке. Знаете, там у тебя две жены, три жены. Берешь сразу три подарка. И сразу по квартире каждый. Ну, естественно, а то и дом, если деньги есть. А это симпатичненькая? Не, ну уже, если выбирать, то особо мне больше нравится, чем это. Для меня. Ну что, друзья, вот леопардик маленький. Ну, поверни его ко мне. Ну, он очень сладкий. Ой, не очень знаю, сладкий. Не ну, знаю. Хочешь такого, нет? Ой-ой-ой, не сомневаюсь. Знаю. Ну что, друзья, выбор остановился вот на этом зверьке. А кто, что за зверь-то? Это не кошка? Что за зверь? Я не знаю, это не кошка и не собака. Я думаю, это что кошечка. Это такое? Кошечку зовут Таша. Там вот давайте я покажу. Вот у нее тут на лейблочке написано, что она Таша. Это почти Саша. Да. Что я? Рыбка, друзья. Рыбка, рыбка. Где твоя улыбка? The wife said pan fry it. It's too small.